Майкл Флинн, бывший советник президента Трампа по национальной безопасности, признал себя виновным в даче ложных показаний. В частности, Флинн скрыл от агентов ФБР обстоятельства своих переговоров с послом России. Согласно судебным документам, Флинн получал приказы на проведение переговоров с представителями иностранных правительств от очень высокопоставленного сотрудника переходной команды президента. Белый дом заявил, что признание Флинна касается только его. Подготовка к крупномасштабной налоговой реформе в Сенате США вошла в финальную фазу. Лидеры Сената заявили, что смогли набрать необходимое число голосов для проведения голосования. В условиях, когда против этого законопроекта выступают все сенаторы-демократы, республиканцы имеют право потерять только 2 голоса. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в Вашингтоне провел переговоры с премьер-министром Ливии Фаизом Сарраджем. Тиллерсон категорически опроверг сообщение СМИ, которое предполагает, что в ближайшее время он покинет свой пост. Экс-президент США Барак Обама посетил Индию, где принял участие в крупном мероприятии, организованном его фондом.